Вот в Китае, в отличие от Японии, редко увидишь, когда местные болельщики машут какими-нибудь еще флагами, кроме китайского. А в Японии тебе и русским помашут, и английским, и чем только не помашут. Такие вот. Хотел бы я посмотреть на того, кто в Китае помашет не тем флагом. Не тем. Там все, конечно, строго, хотя демократизация общества налицо. Следующие участники также из Китая. Это Ю Ксяоянь и Ван Чэнь. Не знаю, Петр, можно ли так обращаться с девушкой в танце, как вот сейчас? Особенно в конце программы, когда ей и так нелегко. Ксяоянь Ю и Чэнь Вань, ну, так как у них вальс еще сопряжен с танго, поэтому тут вот эмоции в конце перехлестывали через край. Честно, да, говорите, Петр. И тем не менее, на данный момент соревнований, мне показалось, что да, это по ней просто упал. Но тем не менее, она спаслась. На данный момент соревнований эти спортсмены, безусловно, должны занять лидирующую позицию.